Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш видеообзор будет посвящен новинкам от студии Reklam.ru. Близится лето, а это значит, мы приготовили новые объемные фигуры для того, чтобы вы смогли оформить кафе и рестораны, причем в необычном тематическом стиле. Рыбные рестораны набирают обороты, именно поэтому наша тематика относится к ним. Обращаю ваше внимание на новинку этого сезона. Вы такого точно нигде не увидите. Вы уже обратили внимание, насколько креветка реалистична. Наши мастера постарались. Мы сделали креветку из стеклопластика. Фигура по своему исполнению устойчивая и может надежно крепиться к любой поверхности, благодаря тому, что внутри размещен металлический каркас. Он же и является продолжением и основанием для того, чтобы вы могли разместить фигуру как на улице, так и внутри помещения. Мы выполнили креветку в натуральной покраске, однако по вашим индивидуальным заказам она может быть любого цвета. И добавлю, что мы можем легко нанести логотип, название, либо какую-то рекламную акцию. Еще отмечу, что конструкция фигуры позволяет ее разместить не только на плоской поверхности, на полу, например, но еще и на крыше здания, либо закрепить ее на стене. Что касается размеров креветки, вы можете обратить внимание, что она практически 2 метра в высоту. Однако все подробные характеристики вы найдете на нашем сайте студии Reklam.ru в карточке товара. Там же указаны условия доставки, а по всем вопросам обязательно звоните нашим менеджерам. Вам, наверное, стало любопытно, что за чудовище стоит за моей спиной. Это не чудовище, это фигура краба. Объемная фигура также выполнена из стеклопластика. Она в увеличенном размере. По сути, это та же коллекция, что и креветка. С металлическим основанием внизу, что позволяет ее размещать не только на плоской поверхности, но и закрепить на стене, на крыше, внутри здания, на улице. Отмечу еще, что все наши фигуры максимально реалистичные. Издалека кажется, что вы видите живого краба, но он немного гигантский, чем вы его себе представляете. Я вам честно скажу, меня до сих пор поглощает чувство восторга, насколько наши художники точно и реалистично изготавливают объемные фигуры из стеклопластика. Еще одним достоинством наших объемных фигур является то, что они антивандальные. Также отмечу, что покраска фигур может быть любая. К тому же нанесение логотипа, рекламных акций, фирменных названий и каких-либо ярких цветов только приветствуется. Продолжая тематику новинок для рыбного ресторана, обратите внимание на щуку. Раньше она у нас была яркая мультяшная, как из всем известной сказки про Емелю. А теперь есть еще в классической покраске. Фигуры все так же выполнены из стеклопластика. Кстати, они имеют очень легкий вес. Вы можете уже сейчас сделать заказ на нашем сайте студии Reklam.ru. По всем интересующим вопросам обязательно обращайтесь к нашим менеджерам по указанным телефонам. А я с вами прощаюсь, следите за нашими обзорами. Пока-пока!